Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я хочу напомнить, что мы находимся у секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии, где проходила акция солидарности с Украиной граждан России, проживающих в Грузии. Сейчас вы видите, как они развернули большой флаг Украины и направляются к украинскому посольству в Грузии. Таким образом, граждане России хотят выразить солидарность с украинцами, выразить, что они также выступают против войны и показывают свою поддержку. Стойте! Давай теперь кроем ресторан. Антон, ты где? Вы видите, как колонна людей направилась от секции интересов Российской Федерации вместе параллельно с флагом огромным, который не развернули флагом Украины. Посольство Украины в Грузии находится буквально через дорогу от того места, где изначально собрались участники акции. И также, как вы видите, они вместе с плакатами. Так, и что мне работает? Пришли сюда. Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Слава Украине! Как вы можете видеть, слава один из лозунгов, который скандирует собравшиеся сегодня слава здесь, Украине! Это «Слава Украине!» Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Второй флаг у Шишова. В целом, таким образом, граждане России хотели завершить сегодняшнюю свою акцию. Хочу напомнить, что параллельно этой акции сегодня проходит марш, который пройдет от площади Первой Республики к парламенту Грузии. Его организовывает украинское движение совместно с гражданами Грузии, которые также сегодня выражают солидарность и поддержку Украине.